Ладно, сыграем викторину. Где родился Авраам Линкольн? В Спрингфилде, штат Иллинойс. Здорово. Следующий вопрос. Кто был самым молодым президентом? Теодор Рузвельт. Ему было 42 года. Очень хорошо. Теперь последний вопрос, трудный. Кто был самым низеньким президентом? Джеймс Мэдисон. Рост 5 футов 4 дюйма. Фантастика. Это никто еще не мог ответить. Очень хорошо. Ты меня произвела впечатление. Я 4 месяца это учил, я знаю. Вы меня отпустите? Ты молодчина. Ты мне очень нравишься. Но понимаешь, у меня работа такая.